заполнять весь месяц, а в следующем месяце у меня отпуск. И как раз посмотрим, что мы сможем замутить за вот этот месяц с вами вместе. Что за прошлую я, к сожалению, отчет не вел, к сожалению. Не лагает. Окей. Круши их. Ого, у него какая эмоция крутая. Так, ну мы все помним, да, ребята, что мы делаем. Если видео на YouTube попадает, нужно будет лайк поставить сразу же. Сразу как видео выйдет. И на YouTube подписаться обязательно, чтобы было больше роликов. И желание выкладывать эти самые ролики. Да? Это подводочка для YouTube такая чисто, а, по фану. Быстрей! Лол. Какой-то глюк, что ли, был? Видели, да? Смешно, как выглядело. Ага, давай, да. А, ну не, он все равно быстрее. Окей. Как будто бы что-то поменяли в вулкане, знаете? Или я от смайта как будто бы отвык. Хорош, хорош. Красивишно получилось. Не буду тратить обилки. Маны и так мало. Достал я, интересно. Достал. Так, ну мы уже доминируем. Хорош, хорош. Пушку-то не добил, дурик. Как я давно вулканом не играл, просто жесть, вы бы знали, ребят. Сколько мне в общем нужно? Я забываю постоянно, 2000 нужно в общем. Не понимал, по крипу, да, спасибо. Спасибо, пушка. Вот на лоу хп это очень плохо против серкета, она же может меня и тут убить. Чисто в теории.
Аж в джунглях где-то шарится. Фу, блин, он меня напугал. Блин, плохо, плохо не попал. Блин, чуть-чуть мне не хватило. Ну так вот. Блин, сейчас кемп зачищу, пойду за этой, за книжкой. 4-0 у нее, да, и 4-0 у нас. Пацан хорошо играет. Странно, боков, правда, поставил зачем-то, непонятно зачем. Че, помочь ему выбить? Сейчас что-то будет, смотрите. Ничего не будет. Нормально. Ой-ой-ой, Арахна могла бы убить. Я труп. Ну привет, ну привет, Серега, привет. Ну привет. 2,5 часа стрима прошло. Ты пропустил ДБД. Реклама 40 секунд. Лол. Пам-пам-пам. Чики-бари. Вот теперь привет, вот теперь здорово, Серега. Серега ж, да, если не ошибаюсь. Не прям такое настроение выиграть. Что-то я очень давно, видимо, с Вулкан не играл. Это в другую игру играть буду? Не знаю, я ж только играл в другую игру, только что. Катку назад. Fortnite на слабом ПК? Блин, слушай, не знаю. На минималочках, естественно. Она гнала как раз огни, я видел.
Очень слабый сиркет у них. Постоянно миссает. Я, может быть, помогу. Привет. А, играл только что за Нейт, нечаянно засел килл из ракет, после при мне все кинули репорт. Женя, вот тут у тебя 753 фолова, а на стриме всего 20-30 человек, непорядок. Согласен. Но типа... А что я могу? А то на минималках все равно, когда приземляешься, текстуру не грызть, плюс проблемы с пингом из-за Роскомнадзора. Блин, ну вот, может быть, основная проблема именно в этом? То, что проблема с пингом. Здорово, Александр. Гирн, здорово. Чё Агни собирает? Клык собрал. Опа, я промиссал, как ноб, блять. Я попал. Хороший момент. Чё-то скучновато. Да вроде нормально. Я уж хочу вышку спушить, как бы, держу в курсе. Как тебе, Сусан? Нормальный, очень быстрый. Агни вот на один левел даже не отстает. Вот как так? Что-то Герк прыгает. Да, он, видимо, без бафа всю игру бегает, пацан. И что-то он аж сгорел. Что-то глаза болел. Плохо, очень плохо, ребята умирают. А ну-ка. Как было вкусно. Right tower. Enemy missing middle. Be careful left.
Блин, урона вообще на крапаль не хватило на самом деле. Да ко мне беги. Конечно, ты на другие игры вообще не приходишь, Дима, знаешь? Ай, как я это сделал красиво-то. Вот за такие моменты нужно Лукасы на Ютубе ставить. Лукасы. Это вам не просто так, хухры-мухры. Это вулканище, мой первый мейн-маг, наверное. Которого я до десяточки докачал. Соберу-ка я ему, наверное, за медло еще вдобавок. Красава, спасибо. Не понял я, зачем он нуль прожимал. Он просто куль прожал. Лол. Не попал по нему? Вообще нет времени, печаль. Печально. Что крипы делают? Это что, до 13 жоп нам прыгаю, потом можно будет на стримах себе. Понял, хорошо. А я решил, короче, донатерскую полосочку не менять весь месяц и посмотреть, что будет. И будет ли вообще что-нибудь? Типа через месяц у меня типа отпуск? Блять, надо же было в другую сторону побежать. Давай убьешь ее и так. Да, да. Интересно, просто в прошлом месяце очень много надо донатили. Но я не хотел отследить просто период, за который донатили. Понимаешь? Поэтому, ребятушки, все, кто хочет поддержать проект и меня, можно не стесняться. Хочу вот это и вот это. Хорошая у нас тима. Жестко доминируем, вообще прям жестко. За вулканом всегда красивые катки получаются. Если катка хорошо получается, то всегда прикольно. Прикольно в плане того, что типа, ну, моменты красивые, убийства красивые всегда. Опа. Хорошо. Я на самом деле ждал, чтобы состелить, но ладно.
Лойсов вообще можно насовать. Худший маг, по моему мнению. Но сейчас слабенький Жанку его пытается вот там. Можно играть из тиммейт. Ну да, 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 согласен. Нет, блядь, чё ты в кепке, ну просто, почему бы и нет, потому что есть кепка, купил на ваши донаты кепку себе. Так что у нас сейчас топ-донатер это Адам с 205 рублями, в прошлом месяце там полторушками измерялись донаты, понял. Ты новый скин смотрел, почти превью, ну я смотрел, но не подробно. Можно свою шкатку на войне, на твое усмотрение. Ну, да можно, хрипстон, почему нет? Просто видишь, соло линия обычно очень скучна. Скины новые понравились, Димас. Само превьюшку я не смотрел, что прям подробности даст. Я потом видос буду делать вот на днях. И типа запилю уже, покажу свое мнение. Герк непробиваемый, так и Белон такая же непробиваемая, как Герк. Герк такой. Герк такой, да, миссает много, но бывает. Сейчас я ребят уберу здесь мида мусор. Мне понравился из патча, из предстоящего ап катаны, типа это прикольно. Да, хорошо, покажу. У меня там Афина, типа, за 600 гемов и еще что-то. Хотел ультануть, но думаю, ладно, не надо. Здорово, Мэн, когда результаты? Результаты? Там же написано, когда. Еще не скоро, через недельку. Но у меня есть еще 2 или 3 кодика, я не помню. Круто играешь, спасибо. Что с катаной? Но ее там... А я подожди, не помню, или не с катаной. Что-то мне понравилось, я помню. Баховская роль на Эдкибер спортивнее, еще что-то 3 скина, короче. Понял, понял. Ну это неплохо, это неплохо. Это хорошо, что они стали делать такие штуки, предложения дня там. Be careful. Раман сказал сплитпуш только потому, что он там. Катан цену снизили, точно. Значит, не про катану я говорю. Блять, очень плохо, очень плохо. Все очень плохо. Хорош, трипл килл. Чё, ребят, не успеваю читать.
Как это на рахну? Зачем, когда нормально? Ты камень души? Да, камень души буду собирать. И, наверное, еще пробивание какого-нибудь возьму. Вот это, наверное, с кулдауном соберу. Да, блядь, ты что, издеваешься, что ли? Чтобы еще быстрее бегать. Сейчас под всеми бафами просто на днях заходил смайт, понял, что пипец, не моего. Твои стримы смотреть приятнее, чем играть от него. Спасибо. Спасибо. Сники. Опа, опять залетные пацаны. Я попал в него. Но не убил. Хорош. Вот эту бы убить, бля. Ёб твою мать, какая она жирище-то. А, ну все. Это изи. Слушай, как будто ранг дали в 3 на 3 за 7 побед и 3 лоза. Смотря какое ело было предыдущее. Поэтому тут нельзя сказать однозначно. Ой. Не-не, смотри, какой ело до этого было, смотри, какой рейтинг был. Я за 7 лузов, 3 победы сейчас, бронзу 3 получил, 1. Серьезно? Здорово, Григорич, кстати, нихера себе, какие люди.